побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Ну что, пока все тьфу-тьфу-тьфу. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. За мной, не останавливайся! Охрана, дорогу! Удача улыбнулась нам! Наша разведка обнаружила настоящее Эльдорадо! Легендарный подземный комплекс Д-6! Грандиозные склады, которые ломятся от еды, лекарств и оружия! Там хватит консервов, чтобы рейх был сыт 100 лет! Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных! Господин штурмфюрер! Что там еще? Побег! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! С дороги! За мной, Артём! Сюда! Артём, скорее! Прыгай! А ну, руки, урод! Пролезай! Черт! Сильно задело? Держись, Артём, держись! На, сука, положи! На землю, сука! Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! За ними! Быстро! Догнать их! Твари! Ворота! Вон они! Остановите их! Стой! Лови! Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро... В одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Рвем, больше некуда. Там живой вообще? Броник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Делать нечего. Дальше. Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. О, труба! Артём, давай сюда! Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Чёрт! Эй, что за... Шпион! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост! Проверьте свой сектор туннеля! Повторяю, проверьте свой сектор туннеля! Мы крысу из вентиляции достали! Там еще могут быть! Принято! Проверяем!
Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя? Знаешь, давай до... Надо бросать, надо бросать. Найдется. Ух, сука, красная нашего убил! А? Что? Сдаюсь! Не стреляй! Я сдаюсь!